Весенняя удача. В субботу в Иванове открылась первая в этом году выставка-ярмарка сельхозпродукции местных производителей. Приурочена она к началу полевых работ. В фермерском хозяйстве «Альянс» первый посев пришелся на 9 января. Сейчас уже окрепшие саженцы помидоров, баклажанов, однолетних и многолетних цветов готовы отправиться в огороды ивановцев. По погоде день удачный, но немножко рано. Сейчас еще земля по большей части не готова, чтобы с ней работать. Как и в хозяйствах, так и в частном секторе. Поэтому немножко рано, люди еще боятся, ждут заморозков. Вот, в принципе, люди ходят на ярмарку, что-то купят, что-то сохранят. Соседи из Костромы привезли к майским праздникам урожай своего тепличного комбината. Свежие помидоры и огурцы как раз к праздничному столу. Мы очень рады быть в Иванове. Красивейший город. Приятные люди, и мне очень приятно порадовать ивановцев витаминами. А это тоже к праздничному столу. Колбаса от супруг фермеров из Родников. Изготовлением деликатесов они начали заниматься недавно. Сами разработали 21 сорт. Колбасу изготавливают из свинины, говядины, баранины и конины. Мы начали вообще так, с мясного магазина, по большому счету. Сделали колбасу для себя. Угощали друзей. Потом решили как бы покуситься на Вильяма нашего Шекспира, так скажем, вот, и попробовать себя. Оказывается, колбасу делают не божители, а простые люди, как бы сказать. Вот, и, значит, начали потихоньку к себе в магазин. Один сорт, второй, третий. Люди начали пробовать, люди начали приезжать, пошли рекомендации. Ярмарка эта рассчитана всего на один день, так сказать, проба пера в 2018 году. В день города, 19 мая, ивановцев на площади Пушкина планируют удивить молочным городком. Свою продукцию привезут 10 самых крупных производителей региона. А на 2 июня намечен большой молочный фестиваль. Елена Белова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.